Здравствуйте, мои дорогие зрители, мы с вами продолжаем проходить Дельтарун. И последняя серия выходила аж 2 месяца назад. Да, я очень часто укладываю серии. В принципе, здесь... Чё, мне без оснований было вообще заброшено немножко прохождение. Я решил на Battlespire просто-напросто перейти, немножко побольше попроходить его, забросив данную игру, да. И что теперь из изменений? За 2 месяца много чего поменялось. Я купил себе новую клаву, мышку, и теперь записываю через плату захвата. Что по плате захвата? Она пишет Full HD в 30 кадров в секунду. Ну, в принципе, Дельтарун и идет в 30 кадров в секунду, поэтому все нормально. Вот. Сколько есть в игре, столько и пишет плата захвата. Вот, ну а допустим в GTA 5, то да, там уже, конечно, чувствуется, что плата захвата вообще в 30 пишет и все такое. Ну да ладно. Вот, почему решил вообще плату захвата снова использовать? Я пару-тройку видео, по-моему, снимал на нее. Вроде бы как, может быть больше, точно не помню. Да потому что бандикам что-то стал глючить в последнее время у меня, и почему-то бьются вот эти вот файлы. Я не знаю почему, особенно по Battlespire, там у меня проблемы вообще с этим. Поэтому я решил все-таки поюзать свою плату захвата, ибо что валяется, что-то типа того. Ладно, я немножко тут потыкал, что да как, повспоминал вообще, куда что нажимать, поэтому давайте пойдем сразу, ну вообще туда нам надо, потому что здесь ничего нету, тут лифт типа занят, вот. Типа там застрял, вот. Поэтому мы пойдем сейчас туда, вот сюда. Есть какие-то чубрики были, если я не ошибаюсь, вот, ну да. Вот они, эти чубрики, с которыми мы можем немножко поговорить. Обычное ежедневное сокровище, получаемое из законного источника. Кажется, это семейная фотография. А мы продали всем наши кровати, чтобы положить на их место сокровища. Моя спина болит, но жизнь никогда не была лучше. Угу. Эй, это вы, те миролюбивые и светлые. Вау, вы даже приручили зверя, мучившего нас. Зверя? Какого зверя? Это типа про Сьюзи, да? Ох, вы даже научили зверя разговаривать. Вот, держите шикабумбу. Извините, нам некуда ее положить. Не страшно, я ее уже съела. Хорошо. Не пропадать за добру. Я немножко тут походил уже перед записью. Приблизительно понял, куда вообще идти надо. Вот. Это вроде сюда. А, ну тут сундук нет. Открыли сундук с сокровищами. Внутри трефовый сэндвич. Но у меня нету места, поэтому... Ничего не могу взять. Замковый туалет. Тузвалет занят. Тузвалет. Ой, черт, чуть ли не. Так, что там? Я что-то слышал. Что-то у меня опять соседи то ли кидают, то ли еще что-то. Такой, блин, грохот стоит. Наверное, слышно его было. Я даже через наушники услышал. Что-то. Как будто кто-то бегает рядом. Так значит, черви решили выползти и поиграть. Кто здесь? Кхе-ха-ха, вы невежды. Я помню этого чувака. Я Рулскард, ваш наивеличайший оппонент. Вы, может, и сумели пробраться через все предыдущие головоломки, но они были созданы дремучими неумехами. Теперь приготовьтесь к наисложнейшей головоломке вашей жизни. Мытарствуйте, черви. Но это было легко. Вот.
Черт. Прикольная. Вот бы все такие. Ну, на самом деле бы посложнее, конечно, потому что что-то больно легкие. Так, а здесь на нас сейчас нападут, по-любому, да. Так. Это Хати тихо преградила путь. Хэтхати. Флирт. Магия мы не можем. Защита. Вы приказали Сьюзи пофлиртовать с противником. И черта с два. Ах, Сьюзи, ничего страшного, если ты не умеешь. Что? Заткнись, проблема не в этом. А, ты уверена? Хорошо, смотри сюда, умник, сейчас я тебе покажу. Кхэм. Так, часто сюда заходишь? Чего? Это Хати стало неловко, и она ушла. Эй! А ну вернись и дай мне с тобой пофлиртовать. Какой-то капец. Действие Хэтхати. Флирт. Вы приказали Сьюзи пофлиртовать с противником. Не, черта с два, лучше поглядим, как это сделает Рельзи. Полагаю, и раз нечего... ничего поделать. Хати, ваша красота просто неописуема. Ваши волосы подобны водопаду из... Погодите, у вас ведь есть волосы, или... Хати стала неловко, и она ушла. Ой, о боже, постойте. Не так-то просто, да? Подколы эти. Давайте теперь сами пофильтруем. Так, давай в защиту и питожим. Вы фильтруете с Хэтхати, это было крайне эффективно. Вот так это надо делать. Понятно. Неумехи. Пощада. Пощада, пощада. Крис щадит Хэдди. Вы победили, получен 0 опыта и 60 монет, типа того. А ноль опыта почему? А, ну потому что мы не типа не дрались. А чё тут? Что это? Хати с добротой смотрит на тебя. Ваши грехи перед Хати были прощены. Похоже, Хати продала все драгоценности и заменила их на их кроватями. Прикол. Выглядит невероятно выспавшийся. Похоже, на кровать вы можете на нее прилечь. Нет, не хотите, это не ваша кровать. Блин, опять драться. Ну ладно, это мы сейчас быстренько. Флир. Защита. Чего, боже мой, Крис, я не могу сделать это самостоятельно. И чё, она не... все, что ли, разом? Да ладно, прикол. Да. Ништяк. Вот это да. Сьюзи, 3 фрага, блин, сразу. Теперь ты покажи и сделай фраг. Я показываю. Капец. Сьюзи, блин. Чё-то знакомое. Вам так не кажется? Хе-ха-ха, вы правда думаете, что это предел моих умений? Заблуждаетесь, настала пора вам вкусить мои истинные мощи. Узрите моя
непревзойднейшая головоломка. Защищайтесь. Ах, 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 легковерные черви. Сия головоломка была... не была взаправду моей. Непревзойднейшей. У меня есть гораздо лучше прямо здесь. А можем ли мы на нее взглянуть? Нет. Хорошо. Нет. Сразу так. Мы открыли сундук с сокровищами. Внутри оживляющая мята, но в вещах уже нет места. Это что за тусовка такая? Хотя второй член тусовки, она целитель. Она отмечала, отвечала за еду на тусовке. К сожалению, торт, который она заказала, был уничтожен где-то в поле. А? Да ладно. Прикол. Это дерево для тусовок. Это риск, на который идет всякий, кто заказывает торт. Я первый член тусовки, я ДД, делающий движуху. ДД. О, дай нам твой плащ, и мы смоем его в унитаз. Ха, которого у нас даже нет. Попробуйте бейсбольных мячей. Ага, ешьте, пока не подавитесь. Они вообще едят спорт? А мы можем сыграть в твистер. Просто не мешайте нам. Проигрываем даже сами себе. Прикол. Это типа вот эти, да? Гигантский баскетбольный мяч. А, бейсбольный мяч. Или она сказала... Баскетбольный или бейсбольный? Для тусов. Я не то, да? Прочитал. Бейсбольных, баскетбольных. Ну ладно, хрен с ним, какая разница. Все равно непонятно, что это за мяч. Футбольный, баскетбольный. Это магнитофон, он проигрывает клубную музыку. Она зациклена. Так, нам остается только сюда идти. А, чё? Чё? А, понял. Затупил. Ладно, сохранить. Файл сохранен. А чё тут? Это мята. Предположительно выкопана по приколу. По приколу. Велосипед заботливо уложен в кровать. Это чё, типа комната этого? Какие-то портреты. А, это портрет типа Лансера, да? Или как его там звали? Это музыкальный проигрыватель. Послушать. Слушать. Этот плеер заполнен подобными мультяшными звуками. Так, это чем? Это некое копательное приспособление. Копательное приспособление. Вы нашли в яме 30 рупий. К сожалению, эта валюта здесь бесполезна. А, это что? Это отсылка на Зельду. А я бы что прочитал? Мята? Это яма, мята. А, я капец туплю что-то. Я вообще не выспался, короче, сегодня. Чё читаю? Какая нахрен мята? А, я сам над собой ржу. Это яма, блин. А не мята. А, без окопа на сальце. Я сам ходячий прикол, блин. Тут в игре приколов до хрена, а я сам... такой приколдес, блин, еще тот.
Добро пожаловать в мою лавку, неблагодарный вы черви. Чем продает? Рулса. Весь благородный соус. Излечивает. Топор, изящный шар, янтарная карта. Ну, в принципе, нам это не надо. Продать. Сбыть вещи, сбить оружие, сбить броню. Поговорить о себе. Я герцог головоломок. Рулскард. Я увлекаюсь каллиграфией, законом, осторожнием, чего? Жением. Ладно. Лжикозаточением. Угу. Клетками. Странный чувак. Долгими прогулками по подземелью. Так ты имеешь честь быть моим поклонником, червь. Почему торгуешь с нами? Ха-ха, так я могу нажить средств, черви. Армию средств. Хорошо. Чтобы я смог раздавить вас как за... забративший виноград. Чего? Я что-то прям вообще в самый вкусный и взрослый напиток. А, винишка? Возмездие, ха-ха-ха. Ох, как же я сам себя позабавил. Чего? Король. Наш властитель король есть ужасный и жестокий монарх. Однако ж он исключителен, ведь он изволил назначить меня герцогом головоломок. После того, как поувольнял или заточил в клетку всех остальных. Истинно великодушный правитель. Сын короля. От его сына, с другой стороны, проблем больше, чем от... Пригрызнеблох. Он всегда задает мне отвратительные вопросы. И зовут меня своим малым папой. И зовет меня своим малой папой. У нас нет родственной связи, ты мелкий водяной жук. Капец. Я утихомирю тебя ради твоего отца. Я не желаю слышать твоих MP3. Я с большой радостью внемлю сладкой песни смерти. Так или иначе, как он? Ладно, это очень странный чувак. Очень странный чувак. Так, а что нас дальше ждет? Вроде конец уже. Довольно, черви. А может, вы и жульничали с моими головоломками, но в поединке вы будете... Чего? Я не нажал и не успел, блин, прочитать. Чё-то я вообще сегодня клиню, капец. Подходите же, холоп, приготовьтесь к битве с... Кто бы это ни был. Что этого врага мы уже видели. Но корона выглядит иначе. Она выглядит точно так же. Да, с помощью моей управляющей короны я могу управлять любой дискообразной формой жизни. Чего? Как это вообще должно работать? О нет, похоже, ей больно. Она выглядит точно так же. Да, управляющая корона причиняет боль. Но я уверен, что это существо ощутит облегчение, когда увидит, как вы испытываете гораздо большую боль. А вот и она опять. А что делать?
Дамка. Идея Сьюзи. Поклон. Сьюзи, ты хочешь действовать? Ого, что предложишь? Хм, ну как бы это сказать? Мне типа для этого нужен ты. Отлично, Сьюзи, я помогу. Ты хочешь извиниться перед ней за произошедшее, верно? Не, мне просто нужно, чтобы ты стоял смирно. Ха-ха, что такое? Подожди. Крис, мы должны сбить корону с ее головы. Помоги мне метнуть в ее рейд. Да ладно. Нажмите право, чтобы установить угол. Как это должно работать? Куда? Право? Какое право? А, понял. Нет. Не получилось. Это легко. Хорошо. Может быть, вот. И есть. Так, корона значительно пошатнулась. Ну это легко. Есть. Ух ты, ёкарный бабай. Ай! Подожди, не то. Есть. Изи. Ну почти. Мы победили, получено 0 опыта и 5, типа, денег. О, прекрасно, просто прекрасно. Я знал, что вам удастся. Вы великий герой. Вы, видите ли, это была просто дружеская проверка ваших способностей. И вы прошли ее, и теперь ничто не препятствует вашему пути. Лично мне не под силу стать вам еще сильнейшим препятствием. Я не успел даже прочитать, что это так быстро было, промелькнуло. Но мы или что-то типа того было. Да, прибудет с вами удача, герои. А это сохранение будет вообще, нет? Ух ты. Да, мы почти прошли игру. Давайте тогда на этом и закончим. Сейчас глянем, что там вообще дальше. Ну да, дальше король. Короче, все понятно. Можем, конечно, еще пошататься, что-нибудь поделать. Что-то знакомое место, да, какое-то. Ну ладно, давайте остановимся на этом все-таки. Вот, что-то я вообще не выспался ни хрена. Не знаю. Что-то капец какой-то. Ой, прям спать охота. Может быть, еще запишу серию. Попозже, может. Не знаю. Сегодня. Обычно я записываю там, ну сколько, ну, в день там, когда я один остаюсь, там, ну, серии две, а потом их просто делю там. Там, стараюсь как-нибудь вкладывать раз хотя бы неделю. Ну, как-то это так происходит приблизительно. А, вот. Ну, походу, мы пройдем игру с вами в следующей серии. Вот. Конечно, если я высплюсь, пройдем с вами ее. Потому что когда если я вот реально не высплюсь, я что-то прям капец. Себя как-то не очень чувствую, да и вообще ничего делать неохота. Но все-таки я решил записать, да, не лениться. Потому что я заметил, что когда я ленюсь, вот остаюсь один, да, и лень у меня. Я не записываю, а когда вот все дома, у меня когда-то лень почему-то пропадает и... Я хочу записывать. То есть, когда я не могу, я хочу. А когда могу, я не хочу. Ну, что-то типа того. Короче, я это мой, ну, типа, я сам себе величайший враг. Как-то так. Ну да ладно. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующей серии. До свидания.